таксации. Вот по таким завалам приходится ходить. Вот так вот. Да, жуть. Ельник. Елово-пихтовый лес. Зеленомощный. Ну, навалило тут, дай бог. Папоротник. Орляк. Начинает распускаться. Вот. Кругом. С какой стороны не посмотри, везде завалы. Не обойдешь нигде. Ой, боже мой. Кошмар. Опять завалы. Тут, конечно, не побегаешь. Но какая тут таксация нахер? Ой, блядь. Нет слов. Одни маты, блядь. Куда? Вот туда надо идти. И чё? Я же не белка. Вот так вот по деревьям лазить. И не бурундук. Да. Не знаю. Много тут не находишься. Да, если бы я в белку превратился, или бурундука, можно было бы еще тут побегать, потаксировать. Ну так, на двоих. Ой. Во. Соскользнул. Вот так вот. Вот такая таксация. Живым бы сюда вернуться. Не знаю. По-моему, мне уже хватит ходить по лесам. И это уже не для меня. Фу. Ё-моё. Там он сгоревший на той стороне. Вон. Молодняк уже растет. Сушины стоят. И валёшь там лежит. Там вообще не пройдешь. Вот так вот. Такая таксация. Будь она неладна. Вот это все завалено, блядь. Уже упал на эти сучки. Не знаем. Ноги болят. Все болит. Вот как тут идти-то? Ёпа-мать. Это ужас. Не описать словами. На каждом шагу эти валежные. Вот под ногами сплошные валежины. Нету просвета ни одного. Ой. Когда я выйду, неизвестно.
все завалено. 13 июня. Спускаюсь по ручью до дороги. Оп, лед лежит. Кошмарный лес, весь заваленный. Фух. Трудный лес.